Вот он выход, и Хоббит находится за погрузчиком, пытается пройти Иса, получается убить Индуке. Алекс уже отвечает, неплохо бежает Иса. Еще один хедшот будет или нет? И по своему тиммейту неплохо попадает, но еще и по Апексу залетает хедшот. 2-4 ситуация, РПК проседает до 5 хп, пытается пройти дальше. Нет, закрыто, Ангел укрывается там на пленте, но дело в том, что Ису Хоббита потерял. 2-1 ситуация, перезарядка, Зиву пытается выйти, и все-таки хедшот не залетает. Но Виталити здесь вот так вот пробуют, и у них неплохо получается. Мы видим, что Зиву делает фраг со скаута, ситуация 4 в 3. Уже проблемы по одному. Как же так это происходит, ребята? Квадрокил уже! Возможно, Эйзива выходит, еще один хэшот. Дэд Фокс со скаута! Ну, вскоре встретится, потому что будет все же подсадка за этим смоком. Опасно! И все-таки минус капитан команды Хэлрейзерс. Полетел Молотов на погрузчик. Так, тут пока перестрелка. Ну, Алекс перестреливает. Просто забирает он мейн. Очень тяжело было выйти. 2 плюс 2 закроются по плентам. Алекс закрывает в итоге битого ангела. Неплохо получается выйти на размен. Но Иса не отпускает его. Какой прострел через дверь. Оу-оу-оу. Все здесь переходит в пользу команды HellRaisers. Но не в этом раунде, ребята, потому что есть опенфраг от Апекса. Наконец-то его снайперская винтовка работает вначале на точке Б. Какая агрессия! Посмотри на это! Это выход на Б, и смотрим, как тут справится РПК. Ну, аука одного забирает в итоге. Это минус ангел. Дэд Фокс на размене. Зиву нельзя здесь зафейлить. Ни в коем случае хочу. Тут залетает против Дэд Фокса, последний тоже падает. Хотя этот смок опять же дает возможность занять коннектор, как сейчас, в общем-то, это и делает HellRaisers. Плюс Иса на А делает минус. И вот теперь Ангел ловит на перетяжке. Здесь просто оказался не готов французский игрок. Два французских игрока оказались не готовы. А Виталити пала под натиском своих соперников. В этом раунде Ангел красавчик, минус 3. Алекс попытается выйти на этот хэдшот. Ой, как получается, Дэд Фокс, зачем эти гранаты? Флешка полетела в итоге. Хоббит на размене сыграл, ситуация 1-1. NVK против него, он уже будет на точке, но бомба отстоит очень хорошо под игрока атаки. Хае! 4 хп остается у NBK. Ну и Хоббит должен просто выйти и плюнуть, но нет, не получается. Не, он не успевает. Флешка тут должна быть в вентиле. В общем-то, без нее пока что появляется Апекс. Забирает ангела, пока что большинство для защиты. Врывается еще раз Апекс минус Хоббит. Так, он отвечает. Дэд Фокс делает еще один минус. 2 в 2 ситуация. Молотов отлетает в вентиль. Так, посмотрим. Воксик забирает его. Зиву открывается минус от ангела. Отличная работа. Хедшоты должны лететь дальше. И на машине тоже. Есть. Ангел пытается убить хоть кого-то. Там Зиву падает. Это минус бомба. NBK полуслепой. Иса пытается пройти против него. Есть минусы. П 252. Ангел 1 хп. Как же дальше выживать? Ангел! Он будет воевать. Он будет идти дальше. Он еще одного сейчас может Господи, убить. Боже мой. 4-3 ситуации. В итоге бомба поставлена. На дефолте 1 остается у нас Апекс. Еще один на кваде. Еще второй подходит под Дэн. Что это залетело? Только что от Дэна. 3-3 ситуация. Нужно двигаться команде HellRaisers. Но есть щипчики. Можно все-таки поиграть на время. Какой хедшот в итоге прилетает. Ну и тут уже должны добирать. Полетели молотовы. Сейчас могут быть проблемы у опорника на пленте. Вот он один, второй. Включается. Как же заспрейл здесь хорошо Хоббит. Должен пройти дальше. Дэд Фокс. Ситуация патовая. Нужно просто идти и убивать соперника на пленте. Потом разыгрывать 1-1. Я напоминаю, что есть дефузы. Возможно, это будет дефуз на морозе. Да, брони фейкует. Алекс пытается выйти дальше. Он со смоком. Это все-таки раунд пользы команды HellRaisers. И вот Апекс с АВП может здесь наделать делов. Как же он не попал? Ключевой промах, флешку. Ребята. Дальше живет на форклифте. Все-таки попадает. Тут же минус. Еще делает РПК. Что вытаскивают Виталити? Ой. Интересно. Анти-молотова. Анти-молотовый смог. Смог против молотова. В общем, вы поняли, что? Натан Шмидт. Посмотрите на это. Король центра. Зиву, это Молотов, ну действительно потоки Хоббиту, и второму тоже Иса подпадает под данный спрей.